Разрушенные балконы, снесенные крыши и упавшие деревья. В Мариуполе вчера бушевала стихия. Об ущербе сообщает пресс-служба городского совета. Из-за бури повалило около 100 деревьев. Они повредили линии электропередач, газопроводы, троллеи. Одно упало на машину. Также пострадали несколько крыш и два балкона. Лоджии уже демонтировали. Ликвидация последствий стихии продолжается до сих пор.